Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Станислав Хлебовский, польский художник, был известным специалистом по восточной тематике. Родился в 1835 году в Ушицком уезде Подольской губернии. Учился рисованию в Одесской художественной школе Грекова. С 1853 по 1859 год учился в Академии изящных искусств в Санкт-Петербурге, а затем в течение 6 лет получал стипендию в Париже в качестве ученика французского художника-востоковеда Жан-Леона Жирова. Хлебовский побывал в Испании, Италии, Германии и Бельгии. Его первым успехом стала продажа его картины Жанна д'Арк в Амьенской тюрьме французскому Наполеону III. В 1864-1876 годах Хлебовский был мастером живописи на службе у султана Абдул-Азиза и поселился в Константинополе. Хлебовский стал популярен в империи. Я пользуюсь Википедии переводной. Во время своих богослужений он получил разрешение взять с собой большую икону Божьей Матери, ведущей наш путь, которая была спасена из монастыря Адигон в 1453 году. Он наткнулся на нее в одном из антикварных магазинов Константинополя. В 1876 году переехал в Париж. В 1881 навсегда вернулся в Краков. Тематика его акварелей и картин маслом разнообразна. Он писал изображения исторических сражений, связанных с историей Турции и Османской империи, восточные жанровые сцены, пейзажи и портреты османских султанов. Умер в возрасте 49 лет, был похоронен на Раковицком кладбище в Кракове в 1884 году. Хлебовский долгое время жил за границей, и в результате его картины были очень редки в Польше. В Национальном музее Кракове хранятся некоторые из его работ в области востоковедения, таких как блюда Магомета II в Стамбуле. Вот так вкратце из переводной Википедии о Станиславе Хлебовском, польском художнике. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.